пока не знаю, но предполагаю, третий том. Третий? Да, первое Тимофею будет, наверное. Сейчас посмотрим. Да, пожалуйста, проходите. Сразу видно, поста нету. Марина, ты сливки от не голода. От голода тоже опухают. Бочка стоит синяя. Не знаю, не знаю. Ни разу не опухал. А не знаю, там сколько стоит все наше. Я попросил литр. Хорошо. Все, что лишь нам дороги, чай. Ага. Дай любви купить. Если поедешь, я вас. Заходи. Мы день ладно, тебя не буду пугать. Нет, это уже в начале. А вот же решила, да? Вот так всегда забачишь. Дима, как будто это Игорь Снегов, который строил мне дом, в котором заночевал сейчас. А это Сергей Пупков. Чего я? Он тоже. Вот мы втроем. Рука, 19, 10. А потом я такой дом построил. У него такой дом. Братья, сестры, заходим. Заходим в трапезную. Принесем все угодную Богу. Общение. Не, с братьями, сестрами. Сестра, заходи, пожалуйста. Что ты такое? Что такое? Что? На работу. На работу тебе. Ну, да, представить ее как-то. На какую тебе работу? Ты что, работаешь? Ты заходите, братья. Я тебе про два дня не видел, но не говорил. Заходи, мой. Она приходит, но все это не ходит. Заходи, заходи, пожалуйста. Туда подальше, подальше двигайся. Только снега наступило, только свистит. Она работает в магазине уже больше года, продает. Проходи, мне, проходи. Будет беседа. Я говорил, зайдешь направо, вот это право. Она живая. Это поступит герокус. Она на год исправляла. Начнем. Царю небесный, утешителю души истинный, и везде сы, и все исполняет сокровище благих, и жизни подателю, приди, селися в ней. И очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прости нас, прибудь с нами и благослови нас. На Тебя, Господи, уповаем, Тебе хвала. Отец и Дух Святой, аминь. Аминь. Начнем, пока батюшка не подошел, начнем. Батюшка подойдет, продолжим. Сегодняшнее чтение. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне
быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города. Ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь – существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако ж, этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаяние получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего взлез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял его с радостью, хотя многие роптали. Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удержал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Если кого чем обидел, он возвращает вчетверо, сим самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно с законом. Ибо закон заставлял укравшего уплатить вчетверо. Исход 22.1. Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он дает нищим, и у него остается только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за нее, что приобрел неправдой, возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. В всем отношении он оказывается мудрствующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более, чем себя, и это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал: «Отдам половину, возвращу вчетверо, ну вот я даю, возвращаю». Он знает наставление Соломона: «Не говори: пойди и приди опять, и завтра я дам». Притча 3.28. Христос благовествует ему спасение. «Ныне, — говорит, — ты даешь, ныне тебе спасение». Ибо словами дому сему без сомнения указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закхей, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, быть может, потому что он уверовал и оправдался верой, а может быть и потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных, подобно сему патриарху. Примечай, Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что и сей сын Авраамов был, но ныне есть.
Ибо прежде, будучи старейшиной мытарей и сборщиком податей, а с праведником, не имея никакого сходства, он не был сыном его. Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом. То есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего. Приходит в сознание и взлезает на смоковницу, то есть презирает и побирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей, и таким образом, возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает его. Тогда Господь говорит ему: «Сойди скорее», то есть через покаяние ты пришел на высшую жизнь, «сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то мне надобно быть у тебя в доме. Ибо на кого я презрел? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исайя 66:2. Богу нашему слава. Слава во веки. Аминь. Так, кто Любовь Петровну может посетить на неделю? Не посещает, нет ли? Она же в больнице лежала, выписали? Нет, не выписали, она выписали. Дома, да. Дома. Ну, дома, кто-нибудь сможет? Вот ей просто передадите. Кто сможет? Ну, кто на машине, я... кто? И... Передайте Надежде. И мне очень хотелось бы, чтобы Саня, где они есть? Надежда, возьмите. Она вот мне отвечает, а Конечникова. Батюшки, спросите, он знает, так. Где что? Аня Конечникова, что с ней? Кручина. Кручина. Не знаю. Ходите, попроведайте, позвоните, узнаете. Ну вот не отвечают пока, то ли они уехали, а может быть они здесь. Ну, сходите, как-то созвонитесь, не знаю, я ничего. Отцы? Ну кто на машине без может доедет? Без комментариев у меня. Отцы проведут. Ну хоть узнать, ну как, они столько лет у нас были, да и сейчас прямо вот ушли, и мы даже никак. Ну, у меня, например, болит они сердце, у нее тем более Татьяна, все извините, в порядке было. Нас... В WhatsApp напишите. У нас свободно. Мы же никого не принуждаем, говорится, как это. Говорят, у них тоталитарная секта, у Лапкиных тоталитарная. Ну тогда секты ты не выйдешь просто так. Ну а у нас не тоталитарно, поэтому кто он желает, будет нет, но идет куда-то, находит, идет, кто там, в храм какой поближе идут хоронить. Понимаешь, что? Вы же слышите, что Господь никого не принуждает. Ну почему мы должны кого-то палкой загонять это сюда? Не надо. От этого ничего не будет пользы. Наемник это не пастырь, так говорится, кто из-под палки что делается. Даже на работе, кто из-под палки работает, это... Не обязательно что-нибудь на халтуре там работает, а кто с душой делает, и хорошо, то все хорошо будет. Кто любит свое дело, свою работу. Понимаете, даже на работе, на стройке я знаю, кто как делает. Поэтому. Сегодня был такой пример в храме. Читаем, будьте, говорит, как дети. Интересно, все, как быть дети, там все плохо разговаривать, там, не понимать что-то или нет. И все, один у нас. Причастие. Я вышел с чашей еще только на входе, на Херувимскую. Он ошибся, думал, что это. Давай, он уже идет к причастию. Причащается. Он взрослый так, он спокойно причастился, поцеловал чашу, раз, да два. Я даю крест ему. Он крест у меня рукой взял, раз поцеловал, не, ну еще, он три раза крест поцеловал, тогда отпустил меня. Представь, какое у него это... К этому. Пророческий дух. Дай Бог, чтобы это было до конца. Но будет, что там будет, не надо. Нам это, не знаю, Господи, будьте как дети. Попросту. Но. Причастие. Он каждый день, он ждет, когда будет причастие. Пусть он еще не понимает этого что-то, но это само даже явление его показывает, как дети относятся к этому. Вот. А мы взрослые, значит, мы должны к этому это. А у нас как-то получается так, что... Батюшка первый раз приходит, что ты будешь причащаться, да я не готова, я еще недостойна причащаться, там это все, я недостойна на исповедь идти. На исповедь идти надо святому. На исповедь тобой дается, что достойно ты приступил к причастию. Раскаялся в грехах, очистился, и тогда приступал к принятию этих таинств. Церковь начинает уже нас готовить к великому посту.
Сегодня притча была о Закхее, не притча, а Закхее, так Иван Григорьевич называется. Следующее воскресенье будет о мытаре и фарисее. Потом неделя о блудном, о страстном суде. И начинается Великий пост. Вот, 26 февраля заговоре прощенное воскресенье будет. И Пасха будет с 16 апреля. Вот, поэтому в этом году нам повезло. А то, говорят, что-то пост быстро прошел. Вот этот пост, Петров пост будет, наверное, 4 недели или 5 недель там будет Петров пост. Он зависит от того, что через неделю от Троицы и до Петра и Павла. А у нас раз Пасха будет рано, 16 апреля, то это будет где-то, наверное, ну вот где-то 4 недели, наверное, надо посмотреть так, примерно так. Петров пост будет такой. Петров бывает одну неделю, когда если Пасха бывает там 7 апреля. Немного побольше, чем 4. 4,5 недели. Ну, я не скажу, я не буду говорить, я примерно, надо посмотреть в календаре. Я, ну так вот. Ко мне какие есть вопросы? Никаких нет. Не надо. Че? Защитину. Че? Ага. Ну ладно, ты туда. Я спрашиваю, вопросы какие есть? Снега-то много. Ну, короче, мы никак не объяснили, ничего не сказали. Ну, нет. Ничего так не толком не объяснили, что ну так, так, ну. Я не стал выворачивать на левую сторону. Ну нет, нет, так они. По-хорошему все, мы благодарим все, но вот что-то. Значит, спрашивают, когда будет в следующий раз? В следующий раз через воскресенье. Через воскресенье. Так, это будет у нас что там? 5-го, будет 12-го. 12-го потом, значит, там я и на прощенное я буду здесь. Как всегда. На прощенное воскресенье здесь буду. Прощенное 26-го. А? 26-го? Ну да, 26-го. Вот. И 12-го. По Львову заболели или что? Кто? По Львову, кто не знает, заболели. Ну, они, наверное, сказали, сегодня знали, что батюшка. А что, батюшка, не до храма? Они не ходят. Они в другой храм ездят. Так вот, все, все. Там у нас все. Снега достаточно выпало, то нормально. А снег у нас не такой, как у вас это вся эта грязь, придешь, ноги там это... Ой-ой-ой. А у нас чистенько, беленько, все там это... Аж смотреть больно, когда солнце светит, аж глаза режет, больно смотреть это. Надо... Очки надо одевать, очки. А то... Серьезно, хоть надевай, видишь, сейчас глаза слезятся. Как можно повредить? Когда это белое все, чистенькое такое. Даже следы, видать, где там, кот пробежал следы, где лиса, лиса забежала следы, где какой зверок пробежал там, видать, следы, видать, все на этом. А по городу вчера я походил там, еле дошел до дома, идешь, это грязь хлепает, это куда не зайдешь, везде это грязное такое. У нас да. Все чисто там. Там все так. Зато к нам весна так. Быстрее придет. Весна к вам? Да, весна к вам быстрее. У нас придет. Такая грязная весна. Да. Ну так вот, все тогда все. Занимайтесь еще. Раточка, пока вы здесь, я хочу напомнить, да. Алексей Семенович еще находится в больнице. Ну, просьба молиться о нем, потому что это вот уже третья операция на тазобедренном суставе. Дай Бог, что протез этот... Ну, операция прошла удачно, все нормально. Продолжительная была операция. Ну, тяжелейная операция, конечно, да. Ну, как теперь организм примет этот протез? Потому что предыдущий был отвергнут организмом. Его специально задержали еще вот на полторы недели. Ну, может быть, там не то железо было. Может, они в какой-нибудь взяли со свалки железо. Ну, он еще там в больнице, поэтому молитесь на него. Ну, там еще есть некоторые осложнения. У меня сестра наша, Ирина, 54 года рождения. В реанимации уже 4-й день. В Москве поехали к сыну. Ирина? Да, Ирина. Простила вроде бы, кашляла там что-то, это все. Потом мне случилось, что там... Вызвали раз скорую, скорость посмотрела, ну ничего, говорит, это обыкновенный, как вирус там, это, грипп, вот. А потом она уже, давление понизилось, что-то там 90 на 30, что ли, там что-то на 40 да, было. 30. Вызвали скорую, там скорость вылезла, сразу в реанимацию, ее положили. Там что-то с печенью, печень, что-то откачивали там это. Было, сейчас ее перевели в другую реанимацию, в хирургическую реанимацию. Mm-hmm. И вот и, вот такое, Ирина.
Помоги, Господи. Сестра она. На 10 лет моложе меня она. Ирина. Которая за Шиме? Да, которая в Шиме жили. Она не поехали к сыну в Москву, и там она заболела. И вот. Моложе вас? Моложе меня на 10 лет. Ровно на 10 лет. Мне было 10 лет, когда она родилась. Вот так вот было. Шубина, Зоя, ничего не говорит. Ну все, тогда. Шубина. Она здесь. Если нет вопросов, занимайтесь что-то. Ну еще о болящих, кого мы не вспомнили? Все? Любовь Петровна выписалась дома, значит, Надежда Александровна, навестит ее. Кто еще? Татьяна Александровна я не вижу. Здесь она, вот она. Здесь она. Еще, если кто не слышал, Зоя была здесь, она где-то. Она о сыне просто молятся все другие. Она сказала, что получше его сейчас. Но он ходит, служит себя, но голова еще не работает как нужно. Ну еще я хотел сказать о болящем. Он в Петербурге живет, Антоний. Он крестился в 22-м году. Я у него был поручителем, очень ответственный человек, он 20 лет уже ходит, ходил в храмы, но тут встретился вот с нашим сайтом и начал, ну, истинно веровать, он уже место, это, постоянно на занятиях присутствует, у него с онкологией, сделали операцию, сейчас химия у него, очень тяжелейшая тоже у него, ну, тяжело тоже получилось. Помоги, Господи. Да, Ольга. Братья и сестры, Ольге полегче стало. Всех благодарю за молитвы о сыне Никите, который путешествовал. Путешествие было достаточно опасным, продолжительным. Уже здесь, когда перед самой поездкой было обнаружено, что у него антифриз течет. В общем, серьезная такая была там неприятности, пришлось менять, он поменял машину, пересел на машину своего начальника и поехал. И во время поездки на обратном пути, уже буквально в метрах 300, наверное, он видел, как произошло тяжелейшее ДТП, на встречку вылетел Паджеро и Буханка, что ли, какая-то машина там, ну, в общем, лобовое столкновение. У этого Паджеро там капот отлетел в одну сторону, мотор в другую. Там он увидел, говорит, я первый раз видел, чтобы вот это в снежной пыли, пламя было такое, вот такой вот огонь прям. Ну, он тут оказал помощь этому пострадавшему. Оба оказались, по одному водители были с обеих сторон, с обеих машин, да. Ну и оба остались живы, вот этому больше досталось, у него там повредилось это стекло, все изрешетило его. Подушки сработали хорошо, но одним словом, он вызвал сразу скорую, и скорая, он ждал там около часа, пока приедет машина. Но одним словом, вот буквально вот следом он поехал бы, и было бы это его, а не этого Паджеро. Так что, слава Богу. Благодарю вас, Господи, Господь сохранил его пути. Ехал он с иконой, которую я благословил его, иконой Божьей Матери в Северном окладе. Спасибо, Господи, за ваши молитвы. Мы приглашаем его на наши занятия, пригласите его. Спасибо, во свете Христос. Библии, пускай хоть иногда выйдет. Спасибо, Христос. Еще у кого есть слово, благодарение, просьбы, да? Наверное, Геннадьевна. Примерно две недели назад мы с вами обсуждали вопрос оплаты коммунальных услуг нашего храма. Попросили собрать собрание, чтобы было общее голосование, чтобы все согласились с этой формой оплаты коммунальных услуг. Сейчас я взяла благословение у батюшки. Мы остановились на цене 50 рублей, оставили эту сумму. Ну как, мы будем проводить голосование или просто все то же самое? Все согласны. Да, все согласны. Так, ну все, значит остается сумма 50 рублей. Напоминаю, что от оплаты коммунальных услуг освобождаются несовершеннолетние,
учащиеся вузов и СУЗов, то есть те, кто не имеет заработной платы, и проживающие здесь. Оплачивать можно наличкой, по переводу, Сбербанк онлайн. Свой телефон я оставлю сюда, вот повешу номер телефона. Ну, можете на номер телефона моего мужа Игоря. И доброй улыбкой. Только обязательно, если будете переводить, обязательно в сообщении пишите, от кого коммуналка и за какой период. Так, и еще такое новшество вводится. Возможно, кто-то захочет за кого-то другого оплатить. Например, кто-то знает, что у кого-то там маленькая пенсия, хочет помочь. Вот. Это тоже возможно. Причем это может быть разовая оплата, а может быть на постоянной основе. Ну, предупреждаю. Любой вариант. Привет. Аминь. Алиса. За год, да? Да, Тихоныч. Человека попросим. Мы видим для нас нового человека. Представьтесь, пожалуйста. Расскажите о себе, кто вы, что вы. Меня зовут Дмитрий, я из Новосибирска. Вы мне как родные, я хотел вас давно увидеть всех. Да. В 15-м году я крестился в Потеряевке. В 15-м? Да, в 15-м. Ездил в Потеряевку там раза три, по-моему. Вот. Хотел здесь побывать, здесь причаститься, исповедоваться. Так что я благодарен вам всем, что приняли к теплом. Аллилуйя. Благодарю вас всех. Как сынок у вас подрастает? Да, все хорошо. Супруги как вам передавать? Все крестились. Все. Вся семья крещенная? Да, да, все. Жена, вы, сын? Сын и дочь. И дочь? Да, 4 года. 4 годики? Да. Крестились когда? Все в одно время? Ну, почти. А где вы-то в Потеряевке остались? В Потеряевке я крестился и мама, а потом уже жена уже в город. Нет, он не в город. За 6 месяцев. Я его тут приглашал. Слава Богу. Здорово, когда вся семья, домашняя церковь существует. Слава Богу. Так, роботы, расскажите, как у вас дела? Как у вас учеба идет? Как, Иван, у тебя работа? Да, ну, я, получается, у меня как раз-таки после рождественского праздника, после Рождества, 9 числа началась сессия. В университете. И вот длилась она 2 недели. Закончилась только на прошлом четверге. Ну, прошло все прекрасно, благополучно. Благодарю всех, кто молился за меня. Нет, постов нету. Все сдали вовремя. Да. У нас, получается, было 4 зачета и 4 экзамена по предметам. Да. Получается, все зачеты получил, все экзамены на четверке сдал. С группой у меня хорошие отношения. У нас там в группе прям разноброс идет по возрасту. Очень, ну, есть многие люди, которые уже за 30-40 приходят к нам туда учиться. Вот им тяжело. В основном именно. Дело в том, что сейчас у нас первый курс, а всего 5 курсов у нас будет. 5 лет обучения. Что заочно, да? Да. И получается, первый курс – это повторение, опять же, школьной программы. То есть, если для меня это в третий раз проходить, это знакомо, понятно, то для них это прям очень сложно. И есть те, которые сами такие же, ну, примерно моего возраста, 20 лет, некоторым 19. Ну, меня старостой назначили. Ну, так, вот, в общем, голосование. Ну, только правда доверие. Ну, я не хотел становиться старостой, я говорю, что это... Ну, не мое, но они все равно сказали, мол, решили, потому что я местный. Ну, вот мне ближе всего, я лучше всего, по их мнению, с городом. О том, что ты православный, знают? Знают. Ну, хорошо. Рассказывал им. Молодец. А где ты от армии работаешь? А, пока что нигде. У меня только в марте будет. От армии. 25-го. Ну, как сказать. Все. Молодец. На работе сейчас.
Троих двоек нет. А? Троих двоек нет. Все хорошо. О, какой лаконичный. Молодец. У тебя сейчас каникулы или сессия? Нет, сессия будет только в конце года. У нас просто сейчас обучение. 6 месяцев. Двигатель механика. Показали вам отношения? У меня-то все хорошо, вот новый семестр начался. У нас в этом году, получается, как и обещали, будет много практики. Если в прошлом году она была одна, то в этом уже, получается, третья на следующей неделе будет. Да, только от одной отошли сразу же другую. По оценкам за прошлый семестр у меня все хорошо. Ну, все пятерки, кроме одной, там длинная история, четверка. Хорошо получилось сдать эту курсовую, за что отдельное спасибо дяде Игорю. Он мне предоставил место и свое рабочее место, компьютер. Благодаря чему мне удалось все хорошо сделать. Я сердечно предоставил. Аллилуйя. Слава Богу. Всем остальным, кто молился, спасибо. Кто благодетельствовал. Как папа у вас там? Милости просим. Все в прежнем состоянии? Да, в прежнем. В храм он не ходит? Никак? Нет. Не ходит? Печально. Печально. Но вы как-то его это не оставляете. Слышь, не нахуй. Прося. Не оставляйте папу-то. Вы как-то его все-таки будируете. Говорите о том, что нужно в храм-то ходить. Думать о своей душе. Он с вами молится? Ну, а за стол садится перекрестится. А он сам столуется? Сам кушает? Да, сам кушает. Ну, готовишь-то ты? Да. Сейчас я про Любовь Петровну скажу. Говорите. Ага. Любовь Петровна позвонила, благодарит всех за молитвы, ей получше. Ну, она дома находится, из больницы выписали. Ну, слава Богу. Поклон ей от нас. Еще у кого есть слово? Игнатьевич, у вас есть слово. Сначала подробно расскажи. 3 дня назад сестра Елена меня привезла в краевую больницу. А что рассказывать? Ну, общий анализ крови. В космос можно отправлять. А по биохимическим показателям есть изменения, которые заставляют некоторый образ жизни изменять. По поводу вашего сустава, более болезненного сустава, Нужна еще консультация. По поводу вашего слуха тоже консультация. Так что еще поедем в поликлинику. Еще не все. Вот обратились вы к врачам. Да там что, ничего, нормально. Не отпустят. Так, я попрошу брата Игоря с выражением посчитать вот это стихотворение. Потому что оно на сегодняшний день актуально. Мне нужно некоторое... Не торопясь, с толком, с выражением. С чувством, с толком, с расстановкой. Не как Пономарь. Читай не так, как Пономарь. Это вы кому вы сказали? Если бы не Нафанаил, то этой книги бы не было. Вот и, надеюсь, стихотворение, Петька. Это у нас... А, Виктор Яковлев. Так это песнопение можно спеть. От рождения назван победитель, Божию фамилию усвоил, под халатом так ненужный китель, из утробы, из окопа воин. Ахнул, вздрогнул, светом ослепленный, первый вздох и непривычный кашель, помахал руками без пеленок. Всем привет! Особенно же нашим. Я даже ваш интонацию. У врача слова трава и скальпель. Прорубаться к скрытому здоровью. Всем надеждам, Викторам, Натальям. Причем ни одной надежды Виктора и Натальи сейчас нет. Пострадавшим тещам и свекровьям. Миленький болящий экзекутор. Знаете, кто такой экзекутор? Тот, кто режет. Значит, посчитай, потом проповедь. Без тебя нам тлеть и догнивать. Продержись до вечера и утром не свались в больничную кровать. Услужить готовы всем синичкам, старым, молодым и никаким.
жмется с болью искривленным нищим в очередь к тебе, Иоаким. Нам твои объятия так знакомы, одиноким сиротинкам мать. С каждым выдираешься из комы, успевая дома пострадать. Удержись, халат твой по палатам ждут, дождутся наши братья-сестры. Грыжам, гландам, позвонкам заплаты, нешутейным язвам и коростам. С эсперанто в Библии на русском к небесам болящих любишь звать. Одеяло грешникам так узко, слишком коротка тому кровать. Не остынь. Священным словом многим потепление там, где был мороз. Доброта души твоей от Бога. Врач врачей, спаситель наш Христос. Слава Христу, аллилуйя. Какой год? Так, 27 января 2002 год. Игнатий Тихонович, дорогой мой. Игнатий, брат мой, дорогой. Благодарю. Слов нет, но все это от Господа. Господь, вот я благодарю Господа за то, что вот свел меня с вами, и что я имею вот братьев, сестер, благодаря вам. И все, что есть, что я могу дать, это только от Господа. Так что молитесь о мне, чтобы я не допускал ошибок в моей работе, потому что любая ошибка моя может стоить здоровья, а часто и жизни. Если лежит женщина на операционном столе детородного возраста, зашли хирурги-гинекологи в брюшную полость и увидели опухоль яичника. Ее нужно определить мне за 15 минут, диагноз выставить, заключение. Я не имею права ставить диагноз. Диагноз ставит лечащий врач. Но заключение. Это заключение может быть ошибочным. Ей уберут полностью все под корень, что называется, и она перестанет быть детородной. Либо уберут этот кусочек опухоли, и все, она будет еще рожать детей. Вот такая вот ситуация. Так что я всегда на острие, что называется, лезвия. На острие, ну, в общем, хожу как на острие лезвия. Поэтому молитесь о мне, чтобы Господь избавил меня от ошибок этих. Была такая одна ошибка, когда я... Ну, уже по постоянным препаратам сделал заключение о доброкачественной опухоли, она была злокачественной опухоли. Было время упущено для лечения. Ну, сестры мои по моей просьбе навещали эту пациентку, говорили ей о Христе, так что успели так вот проповедовать Слово Божие ей. Ну, как все разрешилось, не знаю. Но была такая вот ошибка, что Господь впредь мне избавил от этих ошибок. Вот лечитель оставит жить все-таки. Что касается вас, оставили жить. Только жить. Так что живите долго и радуйте нас. Я хотел благодарность написать, как относятся врачи. Как будто бы они меня давно знают, первый раз видят, поддерживают, кладут, переворачивают. Это прямо... Всякое бывает, Игнат Тихонович. Можно тогда в этом деле тоже? Меня тут начал ни с того ни с сего лечить врач один, заведующий железнодорожной больницы. Спину мою взялся лечить. Да, главное, все снимала сестра. Один день простоял ролик, уже 5000 посмотрела. Его Михаил звать. Угу. Помолитесь тоже. Он такой начал мне, делает мне этот, ну, ударная такая волновая, там, короче, стучит все сильно он там на спине. И одновременно мне рассказывает, а вы спросите себя, спросите, зачем вам эта болезнь, зачем? Спросите себя. Я говорю, у нас в православии есть такое понятие, покаяние. Говорю, вот так вот, я говорю, так что у нас мы к этому серьезно относимся. Он такой замолчал, покаяние, что такое? А потом оказывается, он немножко эзотерик. Да. За старую тему. Вот наши, которые люди здесь уже давно с нами, и не имеют доступа в скайп, не имеют доступа к занятиям. Каждый день идут почти занятия у нас по интернету. Каждый день, не почти, каждый день занятия. Дальше. Через каждые 2 часа дозвон идет, или там из Америки, из других стран, из Италии, из Германии. Молитва. 10 минут.
Мы не только нужду друг друга знаем, сразу все начинают молиться. Так я думаю, что такого сообщества, чтобы православными быть, и все на Библии, на святых отцах, на канонах, может где-то есть, но не знаю. Вот сроднил Господь так, как будто бы мы не было момента, чтобы мы друг друга не знали. Сколько это чего стоит? Какой-то планш, я не знаю, там ноутбук или как. Ну что же так? Это прям рядом живете, ничего не знаете. А? Такой не в тесноте же живете-то. И духовно-то вы одни дома. А здесь работа идет. Сколько душ, и прям новые души. Вот это возьми, это Анаит, армянка. Она уже готова, готовится. И главное, домработница у генерала работает. И тот так заботится, бережет ее. И она, видно, что она разумно говорит. Ну, можно приехать даже сюда. А что, интернет? Вот это чувство благодарности, если нет его, простить надо. Кто это изобрел? Раньше я писал, у меня выходило за год 1200 писем. Это написать надо. И иногда по 10 страниц каждой там отвечать. А здесь я сразу только встал сегодня ночью. Сколько людей зашло, я всем ответил. 3 дня работал над темой католицизм. У меня были уже наработки-то. А теперь я разбил дальше, как с цветами разными. И сегодня, ну, я встаю в 3 с лишним часа. И успел, да, перед тем, как сюда прийти, примерно 10 человек уже получили. Это 4 темы. 3 из них в новом, в этом, к истину православии. И самая большая во 2-м томе. Я только взял, обработал на 1 тему. И теперь сложил и разослал. Получишь там. И нужно, чтобы вы знали об этом молиться. Сколько людей? Почти 1 миллиард мусульман. Мусульман, говорю, этих католиков. И сколько с ними неурядиц было, эти крестовые походы, что. Ну мы-то из другой касты пришли сюда. Как им сказать? Вот мы были в Ватикане, и я подарил по милости Божией книги. Недавно тайком умер Бенедикт. 96 было ему, 94 года. И сейчас Франциск у них. Им книги подарил. Говорят, ничего нельзя сделать. Этого я не знаю. А там, где мы были с ними, уже встречались с теми людьми, оно остается в памяти. Самое неприятное воспоминание, это о православных, где встречали. Вот город Рим. Ну, все знают Рим. Куда? Ну, знали, что есть Святой Екатерина монастырь. Дозвониться нельзя, а рядом дерево. Такой этот Курщина Николай Павлович. И он сумел так загнать, прямо за бар задевает и здесь. Узнали, ему позвонили. И он приехал. А это в стороне совсем. И там вода здесь можно взять. Есть куда сходить. Вышел с кем-то, уезжайте отсюда. Да мы приезжие показываем, кто мы такие. Уезжайте, а тут вам придут такие там гвардейцы. Никто не придет. Мы не знаем, где в туалет сходить-то. Батюшка, пощади нас, никаких выгнал. Среди ночи вытянули, ну один из них. Он не один был. И говорит, я с вами проеду, покажу, где туалеты есть в городе. Уж не людей таких искать. А когда зашли, мы сдавали в римскую самую национальную библиотеку книги свои, они на шаг от нас не отходят. Тот сфотографируется, тот скажет, можно вас поцеловать, то еще что. Ну, римлянки. А это верующий, может быть, он даже благочинный, настоятель там. И среди ночи вытурил нас. Вот это все остается здесь. Будьте благодарными. Когда Павел перечисляет, люди будут такие-такие и неблагодарны. Вот он столько сделал зла. Где он? На Фанаилку. Сколько он? 19-й том. Сколько он мне написал? Это ничего не значит. Я бы не издал первую книгу. Он у меня жил на квартире. Я здесь, а он на этой... Чуть не сказал, на шконке. На палатах. На палатах. Да. И его... любит поспать, это мне на пользу было. Чтобы не ходить зря, я его бужу утром. Покажи, что мне дальше делать. Он ложится еще на 2 часа, я 2 часа работаю. И так я вошел в компьютер его. И где он бы ни был, я все каждый день за него молимся. Вот. Кто бы ни был где, вот, мне пришлось проехать, где я сидел, где работал. Во все города проехали и везде одарили библиотеки книгами. Не могу найти только еще в одном месте, где мы погибали от мороза и ползли по снегу. И первым увидели, идет женщина, несет ведро помой, видно, свиньям. Попросили шепотом, да, и поесть не дала. Там корки плавали. А люди рядом приняли нас, и мы ездили там, это, я не знаю, где-то не Кемер, а в горах какой-то небольшой городишко.
Проехали, никого не нашли. А внутри неудовольствие. Вот у меня все время желание, брата Севастьяна нет, он работал в краевой прокуратуре. Там прокурор Парасхун Юрий Федорович. Столько он добра сделал. И получили вот это занятие, где были. Он давал характеристики везде. Потеряевки все заглушил. Это он. Где он сейчас, не могут никак найти. Может, кто имеет опыт, как искать. Парасхун Юрий Федорович. Генерал-лейтенант. Вот на душе нехорошо и все. Вот кто нам помог здесь в этом, что получить? Главную почти роль сыграл Бабарин Владимир Николаевич. Когда случилась эта беда с ним, я до полночи звонил, все узнавал, верующий, неверующий он. Добрый ко мне он, безусловно, был добрый. Все-таки главный редактор Шевчук Ольга Николаевна, Алтайская правда, дозвонился, наверное, говорит, верующий. У Золотухина ребенка крестили, он стоит в церкви. Ну и в самом деле, я так, прости, Господи, если не угодно тебе это, и за него помолюсь. И который нас только 19 лет полных почти в ГТУ держал, кто Евстигнеев? Вы знаете, Владимир Васильевич, я и за него молюсь. Потому что у них первые там ставили вот эти машины электронные. Это сейчас она вот такая, а тогда была, занимала две больших аудитории. И, видимо, облучение у него было. Там фотографии есть, мы с ним стоим где-то. И за него помолились. Если у кого это непонятно... Вот Семкин где? Да одно только помню, что мы находимся здесь по милости Божией, но к этому подталкивали люди, которых нету среди нас. Богу слава. Вовеки вечно. А Семкин не знаете где? А? Семкин. Про Семкина ничто не знаете? Я спрашивал, он, видимо, на пенсии. Мы же ходили с Львовой Николаевной. Мне нужно было получить документ, сколько лет мы там были. Это затребовали для Википедии. Я же в Википедии, меня за... И там в Википедии сколько людей идет. И там 24, что ли, документа только пришлось сканировать. И там, я же сказал, такой-то, обо мне говорят. И сразу нажал, и там все сразу идет. Там-то был-то, там-то то-то, такой-то, там-то. Ну, это много трудились над этим. Враги пытались уничтожить, и ничего не получилось. Как только на Википедию натолкнулись, у людей стопроцентная доверенность тому, что там пишется. Все документировано. Это новые души. Мы бы их никогда не видели. А кто? Тим Бернерс-Ли изобрел. Мы каждый день молимся за него, Тимофеева. Я каждый день пользуюсь поисковиком. Когда писал книги, я глянул, у меня голова кругом идет. Неужели это все... Даже одна книга выйдет, представь себе сколько, 38 книг, 8,5 лет. Как это могло быть? Милость Божия. Невероятно, в это время я спал только 2,5 часа в сутки, иногда меньше. И сколько пришло новых людей, вот сейчас вот трехтомник уже заканчивает. Вот в феврале, наверное, будут уже печатать. Можайск. Можайск. Сколько корректоров, вчера мне скинули уже то, что уже отдали типографии. Я сейчас над этим еще там дорабатываю. И копировать легко, найти легко. А кто это изобрел, поисковик? Вьетнамец. Тимофей Ха. Это нашел, кажется, Виктор Петеримов. Мне нашел его. И я ему послал кое-что, отблагодарил в Москве. И каких не посмотришь людей, все не православные. Вот здесь нам укор. Как так? Православие занимает чуть ли не 4-5 место по численности среди всех. И никого нету. Вот в таком масштабе, чтобы благодарить, нету. Почему? Что с нами сделалось? А до этого как было? Кто? Кто это изобретал? Какая-то Ильич? Да какое он отношение имеет к этому? Сколько изобретений? Поп, радио было. Сейчас заглохло. Вот это, который стоит там рядом с Евсегнеевым-то. А это научный, как ученый директор называется, в Лечке. Интересный вот такой человек, профессор. И он вот зашел, я говорю, с женой. Валя, я говорю, смотри, вот эта шуба-то ща. Показывает оттуда. Прошли весь магазин, все откуда-то. А где же наше-то все? И он помогал нам там. И вот поехал, жена куда-то, Краснодар или куда отсюда. Он говорит, мы едем, я не сплю почти совсем, ты за мной следи. И я заснул за рулем. И в это время, говорит, заснул и вижу икону Божьей Матери, вот так вот с дороги поднимается. И прямо на меня вот так вот, ты же на меня едешь. Я глаза-то открыл, на следующий...
такой автомобиль идет. Я, говорит, вправо обернул, а дальше обрыв идет и река. Остановился, говорит, сошли туда вниз. Я положил воду. Я говорю, что ж ты? Да я смотрел, а ты не спал. Я приехал, говорит, и священнику все рассказал. И пошли в храм где-то, я посмотрел, вот эта икона, я, говорит, увидел ее. Пойдем на телевидении выступим. Вот как пошло это все. И эти люди близкие нам, кажется, у нас даже приходил здесь. Вот за все это, Господи, было забыто тебе слава. И поэтому где-то сказал кто-то что-то, если ты как христианин перенес, велика твоя награда. Да благослови их, Господи. Они не знают, что худо творят. Когда мы считаем 1:29 филиппийцам, он говорит, вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Завершаем. Константин продолжает. Да, за Константина молимся путешествующего. Да. У Полины на прошлой неделе был День Ангела. Молимся. Многое лето, 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 многое лето. Много лет, не просто много лет, но чтобы возрастало в вере православной. У нас эта тема-то обсуждалась, как еще припев какой-то там должен быть. Спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, многое лето. Во Христе, только во Христе. Достойно есть всякого истину, блажитесь, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас самикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, милосердный Создатель, при нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как здесь ждите. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И молимся о незаповедавших, отверзи им двери покаяния. Господи, освободи от уз тягости находящихся верующих Твоих, Сергея, Илью, и взятых из домов, и отправленных на фронт, возврати в мире Никиту, Александра, Максима, и готовых пойти туда, уже призываемых Иоанна и Георгия, дабы не стали они убийцами. Возврати их в мире, в здравии, Тебе слава.
Хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. С Богом. Ну, пойдем, маленько еще. Так, как все.